Аделина Шизаца, ой, это Жасмина Шизаца сели. Где мой белый, мама, постирала, чистенький. Так, так вы сейчас... Давай честно. Yep.
Рэп. Направо. Сейчас придет еще тренер. Вы бежите от Ольги. И зал наш. Александр нам с вами проведет дальше. Бегом марш. Так, камеры снимают. Камеры снимают. Бегом марш. Yeah.
Вдох. Выдох. Опусти. Вдох. Подняли руки. На выдох. Опусти. Вот я. Стоп. Остановились. Как? Зовут тренера. Ксения. А фамилия? Александр. Легли на живот. Легли на живот. Легли на живот. Легли на живот. Ты вчера приседала? Да. Приседала быстро? Да. Да. Вот поэтому и болит. Но ты, вот послушай меня. Когда ты делаешь раз в месяц, один раз в месяц, 20 приседаний, у тебя потом неделя болит ноги. Если ты будешь каждый день делать по 5, 8, 7 приседаний, то у тебя не будет болеть ноги. Это не от того, что ты, а от того, что ты вчера много присела, присела быстро, что молодец. Поэтому, чтоб ты знал, если вот так 100 раз присесть, ты неделю ходить не сможешь. Шире. Шире. Ничего страшного, будешь за машиной ползти. Так, честь вот это. Приготовились. Пошли. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, inverse, press. Пошли. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ставим. Все, кроме Аделины, чищ, ашите. Пошли. Тоже болят. Вот вы вдвоем не делаете. Пошли. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Значит так, еще раз. Да. Значит, еще раз. Зотова Ксения Александровна. Как фамилия? Зотова Ксения Александровна. Так, как фамилия? Номер принадлежит. Как? Зотова. Зотова Александровна. Ксения Александровна. Так, как моя фамилия? Так, легли на живот. Легли на живот. Легли на живот. Стали. Молодец, Сергей Анатольевич Каталупенко. Правильно. Когда у меня день рождения? 10. Легли на живот. Легли на живот. Легли на живот. Чинч путэ. Пошли. Uno, dos, tres, cuatro. Чинч. Пресс. Uno, Аделина. Dos, Аделина. Tres. Выше, патру, чищ, ставим. День рождения у меня 10 января. 10 января. Что любит тренер? Якобс. Что Якобс? Кофе Якобс. Ну не такую пачечку, а вот такую. Не знали. Так. Когда у меня день рождения? Ты говоришь? 10 января. 10 января, да? Хорошо. Значит так, я сейчас был у волейболистов. Там новая группа тоже. И там Чинч Фетя. Значит, мы сейчас быстро разогреваемся. Я подойду, спрошу, может быть, пионербол? Может. Одноклассница. Хорошо. Стоп, внимание сюда. Образовали круг. Круг. Здесь камеры. Уйдите отсюда, девочки, сюда. Иди сюда. Ты второй тренер. Третий тренер, извиняюсь. Я говорю на русском. Ты кричишь. Да, по-румынски. Да, образовали круг. Че. Так, пальчики, быстро. Пальцы разгоняют. Пальцы разгоняют. Хорошо. Локти пошли. Назад же спина. Хорошо. Плечики. Умер. Это идти на пой. Хорошо. Капу. Вытер. Уно, два, три. Когда разминаете долго, тогда встаньте где-то и держаться. Так. Сейчас. Повороты право-влево, Руслан. Стенды-дряпки.
Повыше. Уну, дой. Как смотрим на инди. Уну, дой, три, патру. Уну, дой, три, патру. Вот это не надо. Это хорошее упражнение, я ничего не имею против, но меня убивают. Борисы делают. Те, которые играть не умеют особенно. Нет, есть что-то, есть, да. Так, ручки. Замок, кей. Пошли. Уну, дой, три, патру. В другую сторону. Уну, дой, три, патру. Так. Попончик. Раз. Разогреваем. Так, хорошо. Вот, надо обруча достать, чтобы вы крутили. 10 обручей сразу. Давай. Хорошо. Так. Асигурая и напой. Миха, покажи. И встать. Молодец. Здесь чего? Пошли. Уну. Двое. Пичевали. Встали, 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 встали. Ручки здесь. Три. Стой. Патру. Чищ. Отсюда с женой. Сели, колени размяли. Садимся. Чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево. Что нужно делать, когда вот так ноги болят? Во-первых, делать сразу очень много. Во-вторых, делать понемножку, но часто. Так, и пальчики мы размяли. Да. Асигурая на инке. Четко на руки и лечь на животик. Переведи. Упасть и попасть. Вот так нельзя делать, как она делает. Как Жасмина упала в прямые руки. То есть сразу весь будет полететь. И до конца на животик. Пошли в луну. Дори. Эй. Патрон. А теперь на вытянутые руки. Пошире. Пошире, пошире. Значит так, высокий партер. Партер суд. Партер суд это ручки колени. Кулачки колени. Вихр, перекат. Спинка дря. Перекат. Пошли. Уну. Дой. Смотри, аккуратно, аккуратно. Ниже спина, ты же стоишь. Тише стоишь рядом, она большая, надо уходить в сторону. Здесь он тебе бонус, там она. Пошли, пошли. Так, мы сейчас поработаем с этим. Мафия, так, снимай меня сюда. Значит так, кто у меня? Руслан, берешь Вику? А за что берешь? За ногу. За ногу. Так, вот этот мячик. Встань, пожалуйста, Руслан. Вот я смотрю, лампочка здесь. Вот расстояние, одна нога. Броски. Бросок. 100 раз. Вот так. А, я извиняюсь, он тяжелый, да. То есть отсюда. Бросаем, бросаем, 10 раз так. Бросаем, потом 10 раз, видите, нога. Отсюда одной рукой. Ловим меня. Как вы ловите мяч? Принчи-минча. Доумый, доу. А рука доумый, уну, стынга, дряб. То есть бросаем так. Давай, давай, давай. Так. И побыстрее. И побыстрее двумя руками. Да. Потом одной рукой. Хорошо. Так, берешь Вику, пожалуйста. Вперед, погнали. Так, здесь. Так, вот кого ты не любишь? Его, его, его. Не люблю. Никого не любишь. Вот бери его, он рядом с тобой. А, давай, иди сюда. Нет. Иди сюда, правильно? Я выбираю тех, кого ты не любишь. Подойди сюда, подойди сюда. Классный пацан. А где Лена? Все, не разговаривай, становись сюда. Боец, Лену больше. Да, ты идешь к Михаэле. Аич, Аич, ой, Аич, Аич, быстренько. Держи. Держи. Так, пошли. Осу трое.
Пошли, пошли, бросаем, пошли, бросаем, готовимся к игре. Пошли, пошли, готовимся, готовимся. Пошли, пошли, работаем, работаем. Пошли, пошли, раз, я считаю, два, три, четыре.